эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Апионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 22 августа – день российского флага, что означают цвета триколора. Нескучные уроки. В Кванториуме продолжает работу куникулярная профориентационная школа. Фигурное вождение. В Сарове прошли первые в этом сезоне соревнования по мото-джимхане. Далее расскажем обо всем подробно. Масочный режим снова возвращается в Нижегородскую область из-за роста числа заболевших коронавирусом. Жителям и гостям региона рекомендуют носить маски в общественных местах. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о режиме повышенной готовности. Использование средств индивидуальной защиты в транспорте и закрытых помещениях пока носит рекомендательный характер, а в учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием становится обязательным. Ранее маски обязали носить в медучреждениях Нижегородской области. 22 августа в России отмечают День государственного флага. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-синий-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел». Законным отцом российского триколора признан Петр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому на всех торговых судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Но официальный свой статус российский триколор получил в 1896 году, накануне коронации Николая II. Историки и исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета российского флага. Считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность. По другой версии, белый цвет символизирует благородство и чистоту, синий – честность и верность, а красный – смелость, мужество, а также цвет крови, пролитый за отечество. Но за свою историю флаг России также был и другой расцветки – черно-желто-белым. Указ о новых гербовых цветах Российской империи был подписан при Александре II. Разрабатывал знамя Кёне, Бернгард или Борис, и поэтому он был приверженцем немецкой геральдики и заимствовал герб палеологов и цветовое решение оттуда. Но тем не менее, как бы такое знамя, хоть и просуществовало, ну, как государственный флаг, но в принципе как бы не прижилось. И поэтому уже как бы еще одно рождение русского нашего российского триколора, как белый, синий, красный, уже было при коронации Николая II. В апреле 1918 года советское правительство решило упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. Более 70 лет государственным флагом был красный стяг. 22 августа 1991 года историческое знамя снова заняло свое почетное место на официальных и торжественных событиях Российской Федерации. В этот день над Белым домом в Москве впервые подняли трехцветный российский флаг, который заменил собой красное знамя с серпом и молотом. День государственного флага Российской Федерации установили в 1994 году указом президента. Праздник ежегодно отмечают 22 августа. Традиционно к этой дате проходит множество мероприятий. Например, в городской библиотеке имени Маяковского сотрудники подготовили для горожан блиц-опрос на знание истории государственного флага. А в подарок библиотекари дарили участникам опроса информационные закладки-флайеры. Для юных читателей в Маяковке прошел мастер-класс «Душа России в символах ее». Все желающие смогли сделать своими руками ромашку триколор. Светлана Ярунова, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. МИФИ совместно с Росатомом создаст кадетские атомные образовательные кластеры. Первые из них появятся в 2023 году в Сарове и Снежинске. Они позволят смешать разные форматы – кадетское, классическое, физико-математическое и университетское образование. Ранее кадетское образование оказывалось вне фокуса внимания университета. Однако на практике в конкурсах и олимпиадах кадеты показывают неплохие практические результаты. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Природный пожар в Воротынском районе распространился на площади 5500 гектаров, сообщили в авиалесоохране. К тушению привлекли более 700 специалистов и около 140 единиц техники, в том числе вертолеты. Горит болотистая труднопроходимая местность. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По словам губернатора Глеба Никитина, ситуация находится под полным контролем. В зоне активного горения нет населенных пунктов. Основной фронт борьбы находится примерно в 15 километрах от поселка Кузьмияр.
Администрация Сарова собирает потребность по предоставлению субсидирования для самозанятых граждан. Субсидии предоставляют на компенсацию затрат на приобретение оборудования, мебели, инвентаря, а также на возмещение расходов на обучение. Компенсируют 50% понесенных затрат в сумме до 50 тысяч рублей. Дополнительную информацию о том, кто может претендовать на получение субсидии, можно узнать по телефону 9-77-53. 25 августа с 14 часов Центр занятости населения проведет открытый отбор персонала. Карьерные консультанты ознакомят соискателей с представителями работодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, о том, каким они видят своего потенциального работника и какие предлагают условия и уровень зарплаты. Работодатель имеет возможность одномоментно закрыть несколько вакансий. Квесты, мастер-классы, яркие творческие проекты, занятия для учащихся каникулярной профориентационной школы в Кванториуме проходят легко и непринужденно. Здесь нет строгих педагогов или скучных предметов. Каждый день для участников смен «Кванта каникулы» и «Медиа-арт» наполнен сюрпризами и новыми открытиями. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа. Какие предметы в школе нужно изучать, чтобы стать журналистом? Часто ли приходится импровизировать в прямых эфирах? Какие самые страшные и пугающие случаи бывали на работе? Эти и многие другие вопросы волновали юных участников профориентационной школы в Кванториуме. Отвечали на них журналисты разных медианаправлений. Беседа прошла в формате пресс-конференции. В начале диалога спикеры представились и рассказали немного о себе. Сейчас я продолжаю обучаться в магистратуре, тоже журналиста. Так же, как она работала в отделе, потом немножко решила сменить свою деятельность, пошла сюда. Специализируюсь я больше, наверное, видео, фото, съемка, написание текста, то есть как бы ролики, что-то такое, визуалы, все как бы. После беседы ребята разделились на три команды. Каждый выбрал своего наставника из числа спикеров. В течение 20 минут команды готовили информационный продукт на тему «Новости моего детства», а после презентовали их аудитории. Проекты получились в разных форматах – текстовом, аудиальном и визуальном. Однако не столько важен итог, сколько время, проведенное за работой. Ребята погрузились в медийную сферу, пообщались с журналистами, открыли для себя что-то новое. Это всего один день из недельной программы смены профориентационной школы. Когда я только сюда пришла, я достаточно плохо общалась с людьми. Сейчас я развила этот свой навык, и я спокойно могу давать кому-то интервью, записывать видеоролики, в которых что-то рассказываю, и в целом общаться с окружением. Мне здесь очень нравится. Я научилась работать на компьютере, так как раньше я в нем вообще не разбиралась. Сейчас я могу делать презентацию, монтировать видео и много чего другого, то, что раньше я не могла. В первые дни участники познакомились с партнерами смены, прошли профориентационное тестирование, поучаствовали в квестах от наставников. Такой формат – один из лучших практик организации каникулярного времени школьников. Его реализуют в содействии с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Эти смены полезны тем, что ребята учатся разным навыкам, как софт-навыкам, так и хард-навыкам. Они могут, например, один день сходить на мастер-класс в IT-квантум, а в другой день сходить на медиа-квантум, помонтировать, узнать, чем занимается, например, журналист. А также у них каждый день есть программа развлекательная, мы ходим на улицу, у нас есть мероприятия отрядные, неотрядные и так далее. Завершит смену защита проектов, обсуждение полученных знаний и навыков в формате живой ярмарки. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. И к спортивным новостям. 11 мужских и 4 женских команды приняли участие во втором туре Кубка организации госкорпорации «Росатом» по баскетболу 3-3. Соревнования проходили на стадионе «Икар» в 2 дня. В рамках баскетбольного праздника также организовали массовые турниры среди детей, мужчин и женщин. 11 мужских и 4 женских команды из разных городов, инновационное оборудование, олимпийские корты, профессиональное судейство. Корпоративный спорт тоже должен ощущать себя профессионально. Так считает советник министра спорта Российской Федерации Сергей Фомин, который прибыл в Саров на второй тур Кубка организации госкорпорации «Росатом» по баскетболу 3-3. Соревнования объединили все дивизионы «Росатома». В таком формате чемпионат проводится впервые. Мы работаем в одном из самых спортивных городов не только госкорпорации и не только Нижегородской области, я думаю, и всей России. Это город
город Саров, потому что здесь очень большие, очень глубокие традиции физической культуры и спорта. Поймите, я говорю, физической культуры и спорта. А это сегодня очень важно, особенно в векторе последних поручений, которые дал наш президент Владимир Владимирович Путин на последнем Госсовете. Это вовлечение как можно большего числа жителей, детей, молодежи в занятия физической культурой. Гостями большого баскетбольного праздника также стали исполнительный директор АНО «Атомспорт» Светлана Петрачина и заслуженный мастер спорта по баскетболу Никита Моргунов. В рамках Кубка по баскетболу спортсмен провел мастер-класс для саровских ребят. Когда происходит вот эта атомиада, так его можно назвать, трудно такое мероприятие пропустить. Здорово, что в совокупности к таким соревнованиям проходят соревнования детские. Сегодня удалось провести мастер-класс, как его любят называть, но будем говорить, такое маленькое тренировочное занятие, где ребята что-то новое для себя узнали, что-то почерпнули. Сейчас они вот как раз пытаются это все применить на площадке. Баскетбол, безусловно, он массовый, он популярный вид спорта. Это игра, она захватывает, она интригует. Ну и как в любом виде спорта, она очень энергичная. Поэтому такой вот баскетбол именно 3-3, он популярен еще чем стал в нашей именно отрасли. Он, понимаете, получил такой новый вектор. Министерство спорта приняло этот вид спорта. Помимо взрослого баскетбола, на площадке стадиона ИКАР прошли детские и юношеские соревнования. Кубок организации госкорпорации «Росатом» прошел в 2 дня. После торжественного открытия, вручения подарков и пожелания успеха, баскетболисты начали разминку, а затем показали мастерство на кортах. Женская команда из города Лесного была твердо настроена на победу. Ну, 1-2 месяца мы встречались, тренировались. Тут, получается, сколько здесь тоже ходили, занимались на соседнюю площадку. Как вообще оцениваете соперников? Знаете ли соперников и знаете ли, насколько они вообще сильные? Нет, нам это и не надо. Мы все-таки надеемся и верим. В рамках баскетбольного праздника также прошли конкурсы с призами и подарками от партнеров. Проект Кубка организации госкорпорации «Росатом» «Оранжевый атом» запустили совместно с АНО «Атомспорт» и Центром современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом». Скорость, маневрирование, ловкость управления мотоциклом проявили участники соревнования «Мото-Джимхана». Это спортивное состязание, в котором водители на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. Подробности далее. Строго соблюдать траекторию маршрута, не сбивать конусы, не выставлять ногу и, главное, преодолеть трассу в максимально короткое время. Все это основные правила «Мото-Джимханы» – спортивного испытания, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. В общей сложности каждый участник проходит по 4 круга – 2 тренировочных и 2 в зачет. За зимний период навыки вождения, они очень быстро теряются. Поэтому в подобных условиях, особенно в соревновательных, опыт нарабатывается очень быстро. Фигуры довольно-таки сложные, запомнить их – это дополнительная сложность. Поэтому все участники, находясь в таких условиях, прогрессируют очень быстро. И навык управления мотоциклом, он нарабатывается тоже очень быстро и помогает в городских условиях, в пробке. Этот вид любительского мотоспорта появился благодаря стремлению мотоциклистов довести технику управления железным конем до идеала. Несмотря на основной параметр – скорость, набрать ее участникам практически негде, а потому и приходится выцарапывать такие важные секунды за счет следования идеальной траектории вхождения в поворот. Чтобы победить в соревнованиях, нужно ехать. Нужно ехать быстро, нужно не бояться поворотов, нужно пропитаться адреналином, азартом. Я думаю, так. Очень хотелось увидеть всю мотоциклу Сарова, прокатиться и почувствовать вот этот вот дух большого соревнования. Многие приехали сюда не за первым местом турнирной таблицы. «Мото-Джимхана» – отличная возможность проверить свои навыки вождения, перенять опыт у других представителей мотосообщества или просто пообщаться. Максим Якубов мотоциклами увлекся еще в раннем детстве, и с тех пор они стали увлечением его жизни. На «Мото-Джимхане» Максим уже во второй раз. О своем железном коне мужчина отзывается с особым трепетом.
Изначально эта модель была сделана для участия в ралли «Дакар». И дважды предыдущая модель, карбюратор «Миша», дважды на них выигрывался «Дакар». Потом в связи с изменением регламента стали только гражданские такие мотоциклы делать. Это лучший мотоцикл в мире. Он самый красивый. Следующий этап «Мотоджимханы» пройдет в сентябре. Участников ждет другая траектория маршрута. Набранные ими баллы суммируют и определят лучших мотолюбителей города. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.